Всем привет! Мы уже почти на границе с Литвой. Антон пошел страховать машину вот в это здание, которое за мной находится. И мы заехали на заправку, потому что в Литве, ну и вообще в Евросоюзе, бензин в два раза дороже, чем в Беларуси. И мы решили здесь заправиться сразу на будущее. И еще дополнительно купить канистру с топливом. То есть, если мы сейчас купим канистру с топливом, то, грубо говоря, мы купим 10 литров, а по деньгам это будет как будто мы купили 20 литров. Ну, то есть, в два раза дороже. Нам эта канистра сразу окупится. Вот, сейчас последний такой пункт. Стоим на заправочке. Последняя наша остановка перед границей. Сейчас повернула голову в ту сторону, посмотрела на заправку, потом повернула голову в другую сторону и увидела огромного паука, просто огромного. И он там ходит, бегает туда-сюда по своей паутине, как будто кого-то словил. Сейчас покажу. Фу. Вот страховка, легковая машина. На 15 дней 30 евро, а нам нужно на один месяц 50 евро. 50 евро очень дорого, мне кажется. Ну, ладно. Я всю дорогу сижу на пассажирском сиденье. Единственное, что напрягает, это спортивная машина, и здесь выхлоп громкий и очень давит по ушам. Вот мы сейчас остановились, и просто я наслаждаюсь тишиной, пока мы здесь сидим. Взяла себе вот такую вот надувную подушку, я ее подкладываю под спину, потому что нужно как-то, ну, менять положение спины. И когда я подкладываю ее под спину, как бы спина выгибается, и потом я убираю, спина в другую сторону выгибается. Ну и таким образом это как, ну, такая зарядка для спины, чтобы спина не затекала. Что-то она уже подсдулась, я ее надувала получше. Кстати, знаете, что было самое сложное? Попрощаться с собакой, потому что... Как я объясню Рэю, что не волнуйся, Рэй, мы приедем, там пройдет 20 дней, 25 дней, и мы приедем, не волнуйся. Ну, мы вечером типа не приедем, но ты не переживай, тебя здесь будут каждый день кормить, и ты дождись нас, мы через дней 20 приедем. Ну, в общем, спросил его у нее, что там с очередями. Она сказала, что вроде не должно быть особо очередей, только литовцы. Заправляться сюда приезжает, потому что дешевле. Может, из-за литовцев. Понятно. Ты на месяц сделал? Да. Мы, кстати, вот только подъехали к Литве, и я уже вижу уровень сервиса. У нас на нашей заправке вряд ли бы вам кто-то дал страховку вместе с файлом, а здесь они дали файл дополнительно к самой страховке. Это вообще чудо какое-то для меня. Ну вот, началась граница, стоит вереница фур, мы пока едем дальше. Мы уже где-то полкилометра проехали, фур 500, наверное, там было, если не больше. И вот прывалка, этот, как называется, таможня. Мы уже в Друскининкае, пересекли границу, на границе снимать нельзя, видеорегистратор нужно тоже выключать. И нам, ну вот русским, белорусам может показаться, что они так разговаривают, как будто хамовато, потому что они говорят: ты открой багажник, ты там что-нибудь еще, ты дай страховку, там, ну вот такое. И что еще мне запомнилось, что мы подъехали, мы не знали, на каком языке с ними разговаривать. И Антон такой говорит ей: hello! А она такая на русском отвечает: ты, давай документы. Сейчас решили немножко пройтись, а вообще мы пойдем к поющим фонтанам, потому что сейчас вечер, и я смотрела, что поющие фонтаны, ну, они светятся, и, наверное, играет музыка там. Что-то типа дубайского я ожидаю увидеть. Посмотрим. Цена ребенку бесплатно. Так, ну не особо я тут что-то понимаю, но как бы 2 или 3 евро. Вот такой вот перевернутый дом. Мы сами не ожидали, что мы его увидим. Такой вот типа дом перевертыш. Я читала там отзыв, один человек написал, что когда он зашел в этот дом, у него настолько закружилась голова,
что он просто не смог там находиться. Ну, так как мы пришли вечером, здесь уже, конечно, все закрыто. Ну, а на завтра мы здесь уже, ну, наверное, по городу ходить не будем, поэтому этот дом проходит мимо нас. А вообще этот город у меня лично вызывает ощущение, что такое какое-то спокойствие здесь. И очень много пожилых людей, мне так кажется. Вот пожилые здесь гуляют. Ну, сделали хорошо для туристов, для нас, белорусов. Вот мы, видимо, пришли сейчас в местечко, где вечерком собираются люди и смотрят вот на такой светомузыкальный фонтан. Вообще он должен быть музыкальный, но пока что музыки не слышно. Может быть, он включается, ну, как бы музыка включается в определенное время. Вот там около шара, там какой-то шар кружащийся, и около него столпилось очень много детей. Им очень интересно, как кружится этот шар. Пойду тоже посмотрю. Действительно кружится, непонятно как. Он же вроде бы круглый и такой тяжелый. Все-таки не зря здесь столько много людей сидело, они все ждали. Сейчас посмотрю, сколько сейчас время. Я просто поражаюсь. Вот, идет фильм, сидят люди и смотрят. Интересно, они за это деньги платят или просто как бы здесь такой кинотеатр на улице? Бесплатный. Или это платный кинотеатр? Или типа у нас скрытые кинотеатры, а здесь открытые кинотеатры? Мы уже пешком прошли почти весь город. Это у нас заняло буквально минут, наверное, 20 или 30 максимум. Весь город за 30 минут. Мы дошли до аквапарка. Мы нашли канатную дорогу. Я читала, что здесь есть канатная дорога, но как-то вот мы приехали, и у меня просто из головы выпало. А сейчас я увидела эти кабинки и вспомнила. Интересно, сколько стоит? Вперед и назад 5 евро. Вот здесь есть, как это, брелки? Или как это называется, забыла? Сувениры. Сувениры, да. Блин, что не... Здесь есть вот сувениры. Вот эта канатная кабинка 17 евро, очень дорого. Маленькая канатная кабинка 7 евро. А вход сколько? А, вот цены. Ага, значит 5 евро покататься. Это на двоих нам 10 евро. Мы зашли сейчас с Антоном в кафе. Называется The House. И я хочу здесь себе, ну, вообще покажу, что здесь почем. Например, борщ стоит 4,49 евро. А я захотела себе, мне достаточно понравилось, сырники. Вот, например, сырники Лапокомка с мороженым на выбор. Либо, может быть, куриные крылышки. Сейчас что-нибудь выберем, потом покажу. За соседним столиком будет трапезничать собака вместе со своими хозяевами. У нас такое в Минске вряд ли встретишь. И я уже не раз замечаю, что вот, например, если люди ходят с собаками, то вот там рядом стоит мисочка, и туда наливают собачке воду. Нам уже принесли еду. У меня здесь 4 сырника с карамелью и с кусочком мороженого. А дальше. Тут 2 соуса, куриные крылья барбекю, картошка фри и овощи. Ну и Антон себе заказал отдельно пюре. И мы взяли персиковый и яблочный сок. Приехали на заправку. Сейчас хотим здесь переночевать первую ночь в машине, потому что, ну, решили сэкономить денег, подумали, ну, может быть, на сиденьях сейчас
поночуем. И здесь как раз появилась по пути заправка, где очень много туристов. Вот там два автобуса с туристами. Вот они здесь все по туалетам ходят. И мы подумали, почему бы нам здесь не остаться переночевать. Вот Антон сходил на разведку, посмотрел, что там и как. И я думаю, здесь мы и остановимся. Я сейчас сходила, умылась, специально взяла с собой литровую бутылку воды. Просто для того, чтобы умываться, потому что я не особо люблю, например, умывалки на заправках. Ну, в смысле, туалеты на заправках. Потому что, мне кажется, это настолько сильный рассадник микробов, что лучше мне легче будет умываться с бутылки, когда нужно, и, допустим, в отеле потом набирать заново бутылку, и если мы опять где-то остановимся переночевать на заправке, опять же, почистить зубы, помыть руки, умыться, все это сделать с бутылочной воды и не идти туда в туалет. Я уже буду ложиться спать. Всем спокойной ночи, до новых встреч! Следующий город у нас будет Гданьск, потом Берлин. И пока мы дальше не подумали как, но мы поедем и во Францию, и в Швейцарию, и в Италию. Поэтому, если кому-то интересно, подписывайтесь на канал. Буду выкладывать видео по мере возможности. Всем спасибо за просмотр. Спокойной ночи.